Молодежная избирательная комиссия создается с целью повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей Нефтекамска. По словам председателя территориальной избирательной комиссии, новая общественная организация будет создаваться по предложению молодежных объединений и политических партий, которые действуют на территории городского округа. Также кандидатуры могут предложить члены территориальной избирательной комиссии, молодежного совета, собраний студентов и образовательные учреждения. Вновь созданная комиссия будет совещательным органом при территориальной избирательной комиссии и станет работать на общественных началах. Срок полномочий комиссии, в состав которой войдет 11 человек, определен на 2 года. Сюда могут войти все желающие в возрасте от 14 до 30 лет. Чтобы стать членом молодежной избирательной комиссии, необходимо представить документы, куда входят решения субъекта выдвижения, то есть того органа, кто выдвигает, и заявление. Членом молодежной избирательной комиссии может не стать только член молодежного совета, который действует. Остальные, как бы, нет такого ограничения.